«Гнотисе аутон» – «Познай самого себя». 2000 лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии академик Павлов назвал их заповедью, которая захватывает все в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времен Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если ее ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке. В авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Чумаков Петр Михайлович, профессор, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгарта Российской академии наук. Почетный визитирующий профессор кафедры молекулярной биологии в Университете Эберхарда и Карла Тюбингена в Германии. Окончил первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Исследования по кандидатской и докторской диссертациям проводил в Институте молекулярной биологии имени Энгельгарта. Не прекращая работы в Институте молекулярной биологии, с середины 1980-х годов Петр Чумаков работал в научных центрах разных стран. Профессор Чумаков – член Европейской ассоциации исследователей рака с 1998 года. Основные научные интересы профессора Чумакова – изучение молекулярных основ раковых заболеваний и поиск средств их лечения. Петр Михайлович Чумаков вновь в студии «Медицина в контексте», чему я очень рада. Здравствуйте. Начну я эту программу с новостей из мира глобальной экономики. Буквально 2 дня назад опубликован прогноз аналитиков, согласно которому среднегодовой темп роста мирового рынка одной только технологии иммунотерапии рака КРТ до 2025 года составит 58,5%. По мнению экспертов, это впечатляющая цифра. Отталкиваются они от уровня прошлого года. В 2018 году рынок использования КРТ клеточных технологий для лечения рака оценивался почти в 347 миллионов долларов США. То, о чем идет речь? Что привлекает этих людей, аналитиков рынка, это уже не говоря о врачах и ученых, в этих новых биомедицинских технологиях, мы сейчас узнаем. Но мы не ограничимся только картой иммунотерапии рака. Наша повестка шире, и это проблемы биотерапии рака, пожалуйста. Это связано прежде всего с тем, с той ситуацией, которая сложилась в онкологии. Вернее, эта ситуация сложилась довольно давно, но сейчас пришло осознание, что те подходы, которые использовались ранее для терапии рака, они практически не работают. И я вот хотел начать с того, что показать, какая ситуация с онкологией вообще сейчас в мире. Несмотря на все многочисленные такие вот вложения, многомиллиардные в лечение рака, заболеваемость и смертность от рака даже в развитых странах продолжает расти. Вот здесь для иллюстрации показана динамика заболеваемости и смертности от рака молочной железы в Японии. И видно, что идет неуклонный рост и того, и другого параметра. И это можно частично, конечно, объяснить тем, что просто продолжительность жизни растет, ну, да. Да? И каждый доживает до своего рака. До своего рака, да, было принято говорить. Вот. Но не только это, видимо. Здесь целый ряд факторов, которые еще предстоит проанализировать. Но самый главный вывод, что несмотря на то, что вот все эти вложения делаются и разрабатывается огромное количество препаратов, это не работает, и рак до сих пор не удается сдержать. А вот еще одна иллюстрация, особенно это касается 5-летней выживаемости, потому что это такой самый важный параметр, который говорит о том, можно вылечить рак или нет. И вообще, какая перспектива людей, которые заболели. И здесь показана статистика для того, какая 5-летняя выживаемость, при том, что рак на первой стадии диагностирован, а потом, когда есть какие-то вовлечение региональных участков и когда есть отдаленные метастазы. Видно, что вот особенно, когда есть отдаленные метастазы, 5-летняя выживаемость вообще очень низкая. Вот это вот рак легкого в США. Значит, 4,3% всего лишь живут 5 лет после постановки диагноза. Это говорит о том, что ну, не работает
не работают те подходы, которые сейчас используются. Вернее, они годятся для того, чтобы продлить жизнь, ну, в таком краткосрочном периоде, но не гарантируют излечение. И сейчас уже можно подводить какие-то итоги, и поскольку мы понимаем, почему так происходит. И вот эта системная терапия рака, она, собственно, показана тогда, когда уже опухоль распространилась за пределы исходного расположения, да, как бы идет распространение метастазов. Вот, и в этом случае применяются различного рода препараты, которые могут избирательно уничтожать раковые клетки по каким-то признакам. Но это не работает. Почему? Потому что раковые клетки очень изменчивы. И они вот сами по себе лишены тех механизмов, которые ограничивают их жизнь, вот те природные механизмы, о которых я потом буду говорить, они отсутствуют, и они начинают быстро эволюционировать в сторону агрессивного роста. При этом сама опухоль очень гетерогенна, она состоит из множества различных вариантов клеток, которые по-разному реагируют на терапию, и поэтому, когда применяется какое-то терапевтическое воздействие, то идет быстрый отбор таких клеток, которые наиболее устойчивы к терапии, и поэтому сама терапия стимулирует практически последующий очень агрессивный рост. И кроме того, то есть такое селективное давление, в общем, получается, идет селективное давление, и поэтому это даже, в общем, в какой-то мере ускоряет процесс, потому что в некоторых случаях, если даже не лечить, то вот эта вот основная масса опухоли, она сдерживает наиболее агрессивную часть. Вот. И хотя вроде бы наступает кратковременное улучшение, потом идет уже такой неуклонный рост. Вот. Но и очень важно также то, что в опухоли есть так называемые стволовые клетки. Это определенное состояние клеток, которые наиболее устойчивы к терапии. И поэтому даже если 90% там и более клеток раковых уничтожено, остаются вот эти споры, как бы, да, раковых клеток, которые потом дают рост. И идет рецидив. То есть это именно стволовые клетки предшественники раковых клеток? Никаких других? Клеток. Они несут те же мутации, но они находятся в таком как бы спорообразном состоянии. Ожидающие, в режиме ожидания. Да. Они устойчивые, и они поэтому могут потом воспроизводить уже опухолевые клетки. Вот. И вот это формирование устойчивости терапии практически неизбежно. И не только против малоспецифичных таких вот общих препаратов, которые являются основой терапии рака, это вот цисплатина, и другие такие цитостатические препараты, но и против высокоспецифичных таргетных препаратов, те, которые нацелены на определенные мишени раковых клеток. И надо сказать, что это огромный рынок вообще-то вот этих вот препаратов, и они постоянно появляются, находят какие-то специфические мишени, против которых делаются там либо ингибиторы, либо антитела, либо еще какие-то. И все это приводит к тому, что эти дорогие препараты все равно не работают. И значит, единственное их преимущество то, что они обычно дают несколько меньше побочные эффекты. Но сейчас уже после того, как, в общем, это стало такой заезженной пластинкой, постоянно все новое и новое появляется, а эффект тот же самый, в общем, можно уже подводить итоги, что это бесперспективно. И надо искать это какие-то... Это лет 30 последние, да? Таргетные препараты. Да, это где-то вот... В общем, это по мере развития понимания вообще природы рака, выявления каких-то специфичных мишени, стали разрабатывать такие препараты, но их большой недостаток то, что они, конечно, действуют только на какую-то одну часть, на один признак. А опухолевая клетка очень изменчива, поэтому она может просто мутировать таким образом, что эта мишень исчезнет. И поэтому появляются клетки, которые ускользают. Я хотел также особо отметить, что опухолевая клетка, вообще-то, можно сказать, что она обладает интеллектом, потому что она унаследовала из организма неисчерпаемый арсенал механизмов, комбинируя которые она может адаптироваться для обеспечения своей жизнеспособности, экспансии при любых условиях и при любых воздействиях.
То есть это, в общем, это такая клетка, которая может быть умнее наших ученых сейчас пока еще. Поэтому какие бы такие вот примитивные с точки зрения этой клетки воздействия к ней применялись, она всегда найдет выход. А теперь какая тенденция? Вот сейчас вот можно поговорить уже, наверное, о стратегии будущего. Что мы видим, вот как надо развивать все-таки вот способы терапии будущего на основании того, что мы уже знаем о раковой клетке и вообще о организме в целом, о механизмах, которые поддерживают здоровье в организме. Но вот современная системная терапия направлена на уничтожение уже возникших опухолевых клеток. Она не направлена против причин накопления опухолевых клеток. Это вот очень важно. А задача терапии будущего – это создание условий, при которых просто невозможно выживание и накопление вот этих опухолевых клеток. То есть клеток. Накопление – это ключевое слово в этом случае? Да, накопление именно, да. И она должна, терапия будущего, сочетать высокоспецифичное уничтожение опухолевых клеток с восстановлением естественных механизмов выявления и уничтожения патологических клеток в организме. Не только раковых, но вообще патологических, которые, собственно, удаляют субстрат для возникновения рака. Я хотел напомнить, какие природные механизмы существуют для того, чтобы ограничить и не допустить возникновения рака. Сейчас уже можно так разделить, что есть три уровня защиты в организме. Один – это на клеточном уровне внутриклеточный контроль. Это связано с системой опухолевого супрессора P53, который является как бы центральным компонентом этой системы, но контролирует также целый ряд других процессов, которые контролируют самоубийство клеток. Апоптоз или другие формы программированной клеточной смерти. Если клетка экспонирована на какие-то запредельные воздействия или возникли какие-то мутации, сбои каких-то физиологических процессов клетки, благодаря тому, что, предположим, клетка попадает не туда, куда надо, она где-то чувствует свою неадекватность каким-то биологически запланированным, запрограммированным программам, она совершает самоубийство. И это очень мощный такой вот барьер, который, в общем-то, на ежегодно, ежеминутно, ежесекундно осуществляет контроль, самоконтроль клеток. Если же все-таки по какой-то причине произошел сбой, ну, например, тот же опухолевый супрессор P53 каким-то образом замер или промутировал, или что-то еще, и эта система отключилась, следующий надзор – это врожденная иммунная система. Клетки врожденной природной иммунной системы – это натуральные киллеры, природные убийцы, распознают измененные клетки по характерным молекулярным автографам. Есть целый ряд таких автографов и уничтожают на месте выявления, тоже в реальном времени. И это тоже очень эффективная процедура. Да? И если клеток немного, то это вполне реально, с этим реальным справиться. То есть мы даже не знаем, но может оно так и происходит каждую минуту. Да, у нас вот с вами очень много сейчас раковых клеток в организме, которые ждут своего часа, чтобы быть уничтоженным, либо в какой-то ситуации дать опухоль. Ну и, наконец, уже адаптивная иммунная система – это же последний барьер, уже, как сказать, барьер отчаяния. Это формирование иммунного ответа на новые антигены опухолевых клеток, на измененные опухолевые клетки с последующей атакой клеток цитотоксическими Т-лимфоцитами и целым арсеналом воздействий на такие клетки, о которых я буду тоже говорить. И это действительно последний такой эшелон защиты, который возникает тогда, когда уже опухоль начинает формироваться. И, к сожалению, очень часто это все-таки заканчивается тем, что опухоль начинает прогрессировать, эволюционировать, и эта система, как правило, не справляется. И, в общем, задача такая, чтобы вот эту систему тоже можно было на нее воздействовать. Но я должен также подчеркнуть, что вот эти природные механизмы, чем они отличаются от терапии обычной, которая применяется? То, что это комплексный подход. Это в это вовлечены... То есть не одно, так другое обязательно подключается, да? Да, сотни генов в эти системы вовлечены, и в организме существует очень много
таких механизмов, которые в разных тканях немножечко по-разному действуют, действуют очень избирательно. И это действительно вот воспроизвести это искусственным путем очень трудно. И если мы используем только какой-то один из этих аспектов и его усиливаем, это тоже не дает результата. Потому что это зависит от типа ткани и от вообще очень многих факторов. Поэтому задача такая, что надо каким-то образом стимулировать эти процессы и сделать так, чтобы они были достаточно эффективными для того, чтобы справиться с уже возникшей опухолью. Потому что речь идет при терапии именно не в профилактике, а в том, что если уже эта катастрофа возникла, как с ней справиться. Я хотел также рассказать, как же все-таки опухолевые клетки в результате накапливаются и почему развивается опухоль. Ну вот, предположим, дает сбой вот этот первый эшелон, возникли измененные клетки, которые не чувствуют своего неадекватности, они начинают делиться, и по какой-то причине натуральные киллеры, природные убийцы, вот этот природный иммунитет не справился. Опухоль начинает сама себя защищать. Во-первых, она должна обеспечить себя питанием. Клетки опухолевые начинают селекционироваться таким образом, что они начинают выделять ангиогенные факторы и привлекают сосуды. Сосуды врастают в эту массу формирующейся опухоли и обеспечивают ее питание. Далее включаются такие процессы, что измененные клетки начинают секретировать различные факторы, в том числе эндосомы, которые содержат какие-то факторы, которые распространяются по организму и привлекают также определенные компоненты иммунной системы, причем они эту иммунную систему обращают таким образом, что она не борется с клетками опухолевыми, а наоборот защищает. В частности, вот миелоидная супрессорная клетка, это происходит она в костном мозге из миелоидного предшественника, который под влиянием различных факторов дифференцируется таким образом, что они, во-первых, стремятся в очаг опухоли, и, во-вторых, осуществляют защиту опухоли от атаки иммунной системы. И я потом немножечко расскажу про это более подробно. И, наконец, есть еще такой механизм, как контрольные иммунные точки. То есть это цитотоксический Т-лимфоцит, то есть Т-лимфоцит, который распознает какие-то конкретные антигены специфические, да, он обычно направлен на уничтожение раковых клеток, которые он выявляет. Но этот Т-лимфоцит регулируется довольно сложной системой, потому что в организме не всегда нужен иммунный ответ против какого-то антигена, надо, чтобы он все-таки затух на каком-то этапе. Так вот, опухолевые клетки используют эти механизмы для того, чтобы выключить вот эти цитотоксические Т-лимфоциты при контакте, взаимодействии со специфическими рецепторами. Вот в данном случае здесь показан PD-1 и PD-L1, это пара такая, и CTLA-4, и белок B7. И в результате цитотоксический Т-лимфоцит превращается практически в истощенный, молчащий, неактивный лимфоцит. И такие клетки, такие опухоли обычно инфильтрированы, то есть они пропитаны огромным количеством таких связанных с опухолью лимфоцитов, которые не оказывают никакого действия. Они неактивны. Также там много вот этих миелоидных супрессорных клеток, которые целый ряд добавляют еще каких-то полезных для опухоли свойств, в том числе ангиогенез, изменение метаболизма и так далее. И в результате вот этой защиты иммунная система помогает практически опухоли расти. Вот это такая вот, это вот сейчас мы понимаем, и поэтому, зная вот эти процессы, мы можем уже каким-то образом планировать, каким образом можно это преодолеть. Это, конечно, понимают ученые, врачи, и в настоящее время, и уже некоторое время назад, стало активно развиваться подходы по иммунотерапии. И существует целый ряд подходов, которые используют различные компоненты вот этой вот иммунной системы для того, чтобы активировать процесс уничтожения клеток. Вот, и можно условно разделить это на пассивную иммунотерапию, когда какие-то отдельные компоненты иммунной системы, ну, например, вот эти факторы, которые выделяют клетки, цитокины, факторы, которые выделяют
собственно, лимфоциты, клетки иммунной системы можно вводить и таким образом усиливать противоопухолевый эффект. Перенос адаптивных иммунных клеток, то есть можно взять вот эти цитотоксические Т-лимфоциты, размножить их в чистом виде в культуре, потом ввести в организм в большой массивной дозе, таким образом усилить этот эффект. Вот. И различного рода антитела к раковым антигенам, которые помогают также иммунной системе справиться. Есть целый ряд также активной иммунотерапии, то есть это такие подходы, которые стимулируют естественные процессы сопротивления опухоли, то есть вакцинируют, предположим, против конкретных опухолевых антигенов, то есть как бы индуцирует активный иммунный ответ против выявленных антигенов от раковой клетки. Целый ряд таких вакцин на основе дендритных клеток и раковых клеток. Вот. И вот в последнее время, особенно я сейчас хотел остановиться на ингибиторах контрольных иммунных точек. Это относительно новый подход к терапии. Который... Это хит Нобелевскую, да? Да, я как раз сейчас хотел про это сказать, что в прошлом году за это была даже присуждена Нобелевская премия, которая давно ожидалась, конечно, потому что эти авторы уже прошли через все стадии премий, которые предшествуют. Ласкера получили. Вот, и действительно есть за что, потому что в какой-то мере это открытие привело, не будем говорить громких слов, почти революции в иммунотерапии. По крайней мере, показало реальную эффективность этого подхода. Это представитель из Японии, Тасука Хёнзи, и профессор Джеймс Эллисон из Техаса, которые открыли, собственно, вот эти пары таких рецепторов и их лигандов, то есть тех, кто взаимодействует с рецепторами на Т-лимфоцитах, которые реагируют на сигналы от опухолевой клетки, и в результате которых лимфоцит становится неактивным. И самое главное, что вот эти авторы предложили использовать моноклональные антитела для того, чтобы подавить эти рецепторы. То есть таким образом временно отключить вот эту систему негативной регуляции иммунного ответа и направить клетки на атаку опухолевых клеток. Но надо сказать, что это тоже палка о двух концах, потому что ведь этот механизм не просто так природой выработан, потому что, есть аутоиммунные заболевания, которые обязательно надо подавлять вот таким механизмом, поэтому иногда наблюдаются побочные эффекты при применении, системном применении таких препаратов. Но, тем не менее, статистика показывает, что они в многих случаях оказывают очень хороший терапевтический эффект, особенно в меланоме. При меланоме и при ряде других заболеваний. Я коротко теперь остановлюсь о том, каким образом все-таки происходит установление вот этого состояния иммунной толерантности, супрессии в опухолевом микроокружении. Но не буду вдаваться в особые детали, просто хочу еще раз сказать, что вот эти миелоидные супрессорные клетки, которые созревают в костном мозгу, они под влиянием факторов, которые выделяет опухоль, формируются именно в супрессорном варианте. Клетки опухоли выделяют хемокины, и по градиенту этих хемокинов миелоидные супрессорные клетки поступают в опухоль, активно ее заселяют, и после этого они начинают выделять целый ряд факторов, которые влияют на Т-клетку. На ней начинают экспрессироваться в большом количестве вот этот фактор ПД-1 и другие, и в результате она становится неактивной. Антитела, которые применяются против этих факторов, например, вактинок ЦТ4 либо антитела к ПД-1, они практически снимают этот эффект и восстанавливают таким образом цитотоксичность. Но надо сказать, что вообще сейчас это передний край изучения в иммунологии, и открыто помимо этих двух рецепторов целый ряд, огромное количество рецепторов и их лигандов каким-то образом влияет на активность Т-клетки.
И здесь не только подавление, но и также и активация. И сейчас разрабатываются активно подходы, направленные на то, чтобы можно еще было не просто подавить вот это подавление, но также и активировать. И сейчас вот появляются уже первые работы клинических испытаний препаратов, которые направлены на то, чтобы активно повысить вот специфические Т-лимфоциты. Да, атаки. Вот здесь перечислены основные препараты, которые сейчас уже есть на рынке. Ингибиторы контрольных точек – это вот против ЦТЛА-4, ипилимумаб или ЕРВОЙ. Значит, он компании Bristol-Myers выпускается. Вот. Это был первый препарат, который, к сожалению, сейчас, в общем-то, не так часто применяется, потому что появились более совершенные препараты против ПД-1. Это ниволумаб, это Bristol-Myers Squibb и пембролизумаб Keytruda, это компания Merck. Надо сказать, что это более эффективно, потому что вот эта мишень оказалась наиболее пригодной. Есть также вот антитела против PD-L1, то есть это лигант вот этого PD-1 на раковых клетках, который тоже сейчас проходит испытания, уже внедрен. Пока трудно оценить его эффективность, но тем не менее вот такой подход есть. И есть еще вот уже новый, недавно выявленный рецептор LAG-3. Уже есть препарат, который сейчас на заключительных стадиях клинических испытаний. И есть данные о том, что вот этот препарат в сочетании с, вот, с этими препаратами дает синергический эффект. И еще раз напомню, что это на основе, ну или по крайней мере в связи с моноклональными антителами, да, судя по названию, да? Да, это моноклональные антитела, причем это моноклональные антитела гуманизированные. То есть они поставлены в контекст человеческого иммуноглобулина, и поэтому они не вызывают иммунного ответа. Вот, есть различные варианты этих антител, которые повышают их срок циркуляции, потому что антитела вообще-то довольно быстро могут элиминироваться из кровотока за счет специальных механизмов. Но, в общем, это уже детали. Главное, что такого рода моноклональные антитела сейчас поступили на рынок, и они активно доступны даже вот у нас в России. Очень многие пациенты ими пользуются. Ну, и сейчас как бы добавлены эти ингибиторы иммунных контрольных точек в арсенал современных средств. И это вот здесь перечислены препараты, которые сейчас используются для терапии рака. И вот они заняли свое место. Часто они тоже в сочетании с различными рода препаратами используются. Для каких, в каких-то случаях наблюдается синергизм. Но я хочу подчеркнуть, все равно это еще не революция. Это еще не гарантирует излечение. И хотя увеличивает срок жизни, тем не менее этого еще недостаточно. Но вот вопрос в том, как вот активировать вот эти естественные механизмы противоопухолевой защиты. Потому что отдельные воздействия недостаточны. Видимо, надо какое-то координированное комплексное воздействие на систему противоопухолевой защиты для того, чтобы осуществить перезапуск иммунологического отторжения спровергающихся опухолевых клеток. Вот, то есть требуется некий стимул, координирующий иммунную атаку. И такую функцию как раз могут выполнять онколитические вирусы. Мы считаем, и многие считают, что как раз за ними будущее, именно в плане того, что они могут служить вот этим вот стимулом для того, чтобы активировать вот эти все процессы комплексные. То есть помимо литической еще предполагается их вот такая иммунная, регуляторная иммунная. Да, это очень важно. Это вот поначалу считали, что в основном это избирательное уничтожение, просто так механически. Да, лизирует и все. Но оказалось, что это только самый маленький, как бы вершина айсберга. Да. Вот. Собственно, репликация вирусов происходит в результате взаимодействия с клетками организма, вирусов, да? И это взаимодействие вируса и организма – это очень сложная игра, которая включает очень многие механизмы иммунной защиты со стороны организма и также преодоление барьеров со стороны вируса. То есть это некое равновесие, которое обычно заканчивается все-таки тем, что организм побеждает вирус, вирус элиминируется, иногда бывает наоборот. Но, тем не менее, это такие сложные процессы, включающие активацию иммунной системы. Вот. И важно то, что
Вот если вирус проникает в опухоль, то там формируется очаг воспаления, такого противовирусного воспаления, и который сопровождается запуском именно иммунной атаки вначале на вирус, но поскольку вирус взаимодействует с клетками, то при этом наблюдается очень сложный процесс, когда в результате эта иммунная атака перенаправляется на опухолевые клетки, на субстрат вируса. Потому что вирус сам по себе это ничто. Он функционирует только внутри клетки. И поэтому, когда он проникает в клетку, то практически иммунная система начинает атаковать и то, и другое. Потому что зараженная клетка – это уже чужеродная. И при этом за счет привлечения компонентов иммунной системы происходит очень четкое распознавание различных антигенов опухолевой клетки и направление уже атаки на опухолевую клетку. Во-первых, он может размножаться в чувствительной клетке и вызывать ее просто лизис при репликации. Это то, о чем мы говорили, то, что раньше думали. Но кроме того, зараженная клетка атакуется со стороны, во-первых, натуральных киллерных клеток, то есть это второй элемент защиты, со стороны макрофагов, которые могут тоже поглощать эти клетки и убивать их, и со стороны Т-клеток, специфический Т-клеточный ответ. И вот этот вот процесс, он, собственно, доминирует. Вот здесь показана опухоль, которая находится в супрессированном, в которой иммунная система находится в супрессированном состоянии. То есть вот здесь миелоидные супрессионные клетки, которые вызвали неактивность Т-клеток, и такая опухоль активно делится, развивается. Когда вирус проникает в опухоль, то он начинает привлекать дендритные клетки. Дендритные клетки – это антиген-презентирующие клетки. То есть это те клетки, которые способны распознавать антиген, новый антиген, его процессировать, то есть переварить и представить на своей поверхности в виде такого билетика. Вот. И этот билетик показывается наивной Т-клетке, и из большого репертуара наивных Т-клеток отбираются те, которые узнают этот билетик. И после этого узнавания происходит активная пролиферация, то есть активное размножение клона вот этих клеток и образование большого количества специфических Т-лимфоцитов, которые уже узнают антигены. И потом такие Т-лимфоциты идут в сторону антигена, ну, вернее, они, так сказать, хаотически находят антиген, и когда они его находят и узнают, они активируют свои цитотоксические, токсические как бы, свойства, выбрасывая определенные факторы, уничтожая клетки, а также запуская в этих клетках процессы программированной клеточной смерти. Вот такой процесс. Вот так что эти дендритные клетки очень важны в опухоли, потому что они распознают вот эти антигены. После этого за счет секреции различных факторов происходит модификация микроокружения, которое становится менее иммуносупрессированным, и наблюдается вот активная атака на опухолевые клетки. Здесь более в деталях это показано. Просто я тоже не буду подробно все говорить, потому что здесь просто вот на этих вот табличках показаны многочисленные факторы, которые в ответ на вирусную инфекцию выделяют различные компоненты внутри опухоли. И также не только клеточные компоненты, но и, вот, например, модифицируется межклеточное вещество, которое тоже как бы, структурирует, да, играет большую роль в опухоли, в метастазировании опухоли. Также тут показан, например, фибробласт, который, это компонент нормальный, который находится, тем не менее, в опухоли, он строму обеспечивает, то есть вот, скелет опухоли. Тоже эти фибробласты начинают выделять целый ряд факторов. И в результате вот это происходит очень мощная атака иммунной системы. Во-первых, снятие иммунной... Ну, как-то дестабилизация такая, да, своего рода, в общем. Да, то есть разрушается вот это супрессивное микроокружение, которое препятствует иммунной системе. А и наоборот, вот иммунная система начинает делать то, что она должна делать. То есть она активно начинает сопротивляться вот этим опухолевым клеткам.
Еще очень важный аспект, недавно обнаруженный, то, что вообще есть очень разные типы опухоли. В одних опухолях очень много Т-лимфоцитов находится, ассоциированных, вот, например, здесь. Они находятся в супрессированном состоянии, но их очень много в опухоли. Если вот просто разобрать опухоли по клеткам, бывает так, что 10% клеток, а остальное это Т-лимфоциты. Огромное количество. А некоторые, это называемые иммунологически горячие опухоли. А некоторые, вот в них нет никакой инфильтрации, они как бы не видны иммунной системы, и они развиваются, но в них нет этих Т-лимфоцитов. И это связано в частности с тем, что в горячих опухолях довольно активно экспрессируется вот такой белок PD-L1, а здесь не экспрессируется белок PD-L1. И вот эти клетки, эти опухоли можно лечить вот этими ингибиторами контрольных точек, и при этом происходит активация Т-лимфоцитов и, собственно, гибель опухоли. А вот эти практически опухоли не поддаются такому лечению. Так вот, если предварительно ввести вирус, то благодаря вот этим процессам происходит конверсия вот этих опухолевых клеток, они начинают экспрессировать вот этот PD-L1, и в них идет инфильтрация Т-лимфоцитов, но они не активны. Но после того, как добавляется еще антитело, то вот это вот накопившиеся лимфоциты активируются и активно начинают уничтожать опухолевые клетки. Это вот очень важный момент, который говорит о том, что вот эти вот антительные препараты очень хороши после вирусной терапии. Или одновременно, или немножечко позже. Вот, потому что они вот действуют действительно, вот статистика уже показывает, что они действуют синергически. Но поэтому я вот хотел суммировать, почему вирусы вот так перспективны. Я, собственно, об этом уже рассказал. Здесь я просто просуммирую, что они, во-первых, обладают избирательной повышенной способностью размножаться в опухолевых клетках, поэтому они онкоселективны. Вот, и их действие направлено не только на уничтожение прямых клеток, но и стимулирование противоопухолевого иммунитета. Они снимают иммунную супрессию опухолевого микроокружения. И, что важно, они способны уничтожать опухолевые стволовые клетки. И это очень важно именно в плане того, что рецидивы заболевания будущего, таким образом снижаются. Да. Вот. И в результате вот, применения онкологических вирусов уже есть примеры полного излечения ранее абсолютно смертельных заболеваний, глиобластома, полной стадии меланомы и другие. Вот. Но есть случаи. Я скажу, что это, в общем, к сожалению, не правило пока. Но вот почему все-таки это медленно продвигается, вот такие хорошие препараты, а почему так медленно это продвигается в практику? Ну, помимо традиционной боязни вирусов как потенциальных возбудителей болезни, это, в общем-то, заблуждение, потому что большая часть вирусов как раз ничего не вызывает. Просто мы их знаем, и они были открыты как возбудители болезни, но если вот так из природы. То есть мы знаем больше о тех, кто вызывает, да, а о тех, кто не вызывает. Да-да. А львиная вообще-то доля, большая часть их ничего не вызывает, они находятся в равновесии, они ограниченно размножаются в организме, и иногда, может быть, даже и играют полезную роль. Как прочищают. Санитары леса. Да, это еще предстоит, конечно, изучить этот вопрос, но вот такая теория есть, что они, может быть, полезны, и, может быть, даже не надо с гриппом бороться иногда лишний раз, а переболеть и таким образом как бы оздоровиться. Но очень важный минус вирусов – это непредсказуемость клинического действия. И это выражается в том, что в некоторых случаях есть очень хороший эффект и полное излечение, может быть, даже. Вот. Но у большей части пациентов терапевтический эффект либо очень слабый, либо вообще отсутствует. Вот положительный эффект может быть вот при применении одного препарата, одного, 10-30%. И это немного, конечно. И это вот число затрудняет. Заболевших. Ну вот тем, кому, кому дают эти препараты. И это очень важный аргумент против того, чтобы все-таки это широко внедрялось на данном этапе, как единичный препарат для лечения рака. И вот я хочу привести пример. Прошлогодняя работа, совершенно потрясающая работа, которая показала эффективность рекомбинантного полиовируса при лечении больных глиобластомой.
Тут вот видно, представлена такая кривая Каплан-Мейера, то есть это убывание, то есть умирание больных после выявления вот диагноза. Mm-hmm. Вот здесь поставили диагноз, вот было mm-hmm. там 100 пациентов, да, и вот время, да, вот 48 месяцев практически никого в живых не осталось, mm-hmm. они умерли. Вот уже там практически год уже осталось, там 10%, да, то есть это страшная статистика. Вот дали вирус, да, вот это синее. Угу. Вот они также умирают практически как до уровня, когда осталось живых 20%. А дальше вот те, кто выжили, они дальше не умирают, они угу. вылечились. И это говорит о том, что на 20% пациентов глиобластомой, сейчас страшнейшим заболеванием, 20% можно вылечить одним только препаратом, полиовирусом. И это говорит сразу о том, что, во-первых, это потрясающее, конечно, средство, но оно действует не на всех. И надо выяснить, почему так, и, в общем, понять, как сделать так, чтобы это действовало на всех. Каждая опухоль очень индивидуальна по характеру нарушения, она может быть чувствительна к одному препарату, но она может быть нечувствительна к другому препарату. Интересно то, что если опухоль нечувствительна к одному вирусу, она может быть очень чувствительна к другому. То есть вирусы очень разные. Они по-разному проникают в клетку, они используют разные механизмы. И поэтому можно подобрать под каждого пациента свой mm-hmm. вирус. И для того, чтобы это сделать, надо, в общем, просто иметь много разных вирусов. И вот в этом направлении мы сейчас mm-hmm. работаем. Мы предложили такой панельный подход для повышения эффективности вирусной терапии. То есть надо сформировать панель, большую панель онколитических вирусов, которые различаются по специфичности в отношении опухолевых клеток. Большой – это сколько? Ну, обывательский такой неограничено. Но у нас сейчас есть 30. Угу. Больше, ну, порядок 30, просто. Да, и мы постоянно это повышаем. Угу. Вот, и таким образом добиваемся того, что, видимо, под каждого пациента можно будет подобрать угу. свой. Вопрос только как. Ну и вот в качестве первого подхода мы решили просто сосредоточиться на том, что вот вирусы проникают через разные рецепторы mm-hmm. в клетку, и вот просто надо отобрать такие вирусы, которые используют разные рецепторы. Потому что с каждым рецептором связан еще путь проникновения в клетку, который тоже различается вот с разными рецепторами, разные механизмы проникновения вирусов в клетку. И то есть там, ну, грубо говоря, если мы через разные рецепторы вируса пропускаем, то можно рассчитывать, что один пройдет, а другой не пройдет. Mm-hmm. Потому что mm-hmm. рецептора нет, либо какого-то компонента mm-hmm. нет, связанного с этим рецептором. И вот наша исходная панель включала в основном энтеровирусы, которые вот использовали вот такие вот рецепторы, которые здесь перечислены. К счастью, энтеровирусы используют самые разные рецепторы. И в этой панели также есть реовирусы, которые другие рецепторы используют. Вот. И вот мы на этом принципе такую вот панель mm-hmm. построили. Вот исходная панель у нас была, вот, которая включала вот эти препараты. Значит, это эховирус 1, эховирус 7, эховирус 12, коксакивирус А7. Надо сказать, чтобы не пугали вот эти вот названия, коксаки, да, ну, потому да. что все знают, что там вот в Сочи как-то пару лет назад была какая-то эпидемия, угу. когда там люди чуть не умирали. Вот. А это условные названия, потому что эти вирусы очень разнообразны. Это семейство уже. Это семейство, да. И там есть и болезнетворные, и есть совершенно безвредные. Вот, в частности, вот эти вирусы были выделены, вообще-то говоря, в 70-е годы еще с участием моей мамы угу. вот, в институте полиомиелита. То есть они были выделены из кишечника здоровых детей. Угу. И после этого они прошли многочисленные испытания в качестве профилактических вакцин, неспецифической профилактики вирусных инфекций. Поэтому они показаны, что они абсолютно безвредны. Вот такая панель нами была использована. И далее, значит, мы приступили к тому, чтобы понять, каким образом можно, собственно, подобрать под пациента нужный для него вирус. Ну, самое простое, но самое при этом сложное, это прямое испытание способности
вирусов размножаться на опухолевых клетках, которые просто из организма взяты, например, биопсия или операционный материал, вот, и посмотреть индивидуальную чувствительность. И после этого можно прогнать вот нашу панель по этим клеткам, подобрать под пациента несколько препаратов, которые подходят для него, и уже последовательно применять. А последовательно надо применять для того, чтобы, если первый вирус перестал работать за счет того, что против него есть иммунитет, то следующий вирус уже, ну, таким образом может избегать этого иммунитета, и таким образом можно более длительно проводить лечение. Но этого мало, потому что в реальной практике надо быстро определять, и не всегда можно взять живые клетки от пациента, и эта процедура довольно долго занимает. Поэтому мы сейчас направлены наши усилия на то, чтобы разработать какие-то диагностические тесты, которые могут быстро определить чувствительность клеток пациента к конкретному вирусу из нашей панели. И для этого мы проводим изучение различных компонентов опухолевых клеток и смотрим, каким образом присутствие или количество этих компонентов коррелирует с чувствительностью к тому и другому вирусу. Вот для этого мы такую вот схему применяем. То есть мы вначале берем опухолевые клетки. В данном случае это еще не от пациента, а просто, предположим, мы модельный эксперимент делаем. Мы имеем большое количество культур клеток опухолей. Мы проверяем их на чувствительность к панели онколитических вирусов. А после этого анализируем эти клетки на анализ транскриптома. То есть мы определяем, сколько копий РНК с каждого гена в данной клетке экспрессируется. То есть мы снимаем профиль экспрессии генов. Кроме того, мы анализируем протеом. То есть мы определяем профиль белков. Причем мы можем обработать эти клетки различными веществами, например, интерфероном, и посмотреть, а как меняется в ответ на интерферон, то есть на этот противовирусный белок, вот экспрессия этих генов. Это тоже очень важно. Вот. И дальше мы определяем путем корреляционного анализа, какие гены коррелируют с чувствительностью к тому или иному вирусу. И получаем некий список биомаркеров, а потом уже их верифицируем, просто проверяем в эксперименте, как их экспрессия влияет на чувствительность к тому или иному вирусу. Вот я хотел показать, вот эта картинка разноцветная, показывает, каким образом, вот у нас есть панель из 30 вирусов различных, да, и вот и здесь вот различные, вот, например, клетки рака яичники показаны, да, вот здесь вот, и здесь парами, вот обработанные интерфероном и необработанные интерфероном, а цветом обозначено, насколько данный вирус хорошо размножается в этих клетках. Без обработки интерферонов и при обработке интерфероном. А интерферон – это противовирусный белок, который запускает каскад реакций, предотвращающий репликацию вируса в клетках. Поэтому, если мы видим, что интерферон не действует, это значит, что интерфероновая система в этой опухоли подавлена. И вот этот вирус не может очень успешно размножается. Либо она подавлена частично. И вот посмотрите, вот этот вирус очень хорошо размножается, а вот этот хуже, и вот этот вообще плохо. Это говорит о том, что вот этот вирус на остаточную активность интерфероновой системы все-таки реагирует, и он не может преодолеть эту частично нарушенную защиту. Но видно, насколько разные опухоли по-разному реагируют к вирусам. Да? Вот есть, например, вот эта опухоль, которая вообще на очень многие вирусы хорошо реагирует. А есть вот здесь очень плохо. А нет, это вообще нормально, это контрольно. Это понятно, почему они не реагируют. Да? Но вот, ну, например, вот это вот хуже. Да? Здесь вот для этого, для этой опухоли, вот, например, вот этот вирус более-менее годится. Вот этот, но послабее. То есть, в принципе, таким образом мы можем... Это вполне показательная, да, такой, да, матрица это, такая. Да, это рак яичника. Но вот смотрите, а вот это глиобластома. Ну, немножко другим цветом, к сожалению, да, другая программа. Но здесь вот, например, видно, что для глиобластом вообще-то ситуация более радужная, потому что здесь очень многие вирусы способны размножаться. И вот здесь, например, представлен полиовирус, который вот
Значит, вот я показывал, значит, вот 20% глиобластом можно вылечить полиовирусом. Но также есть другие вирусы, которые очень хорошо могут влиять на клетки глиобластомы. И мы сейчас знаем, что если даже полиовирус не действует на клетки глиобластома пациента, то другой вирус может. И в результате, таким образом, можно, если мы применяем последние несколько вирусов, то можно, в принципе, достигнуть, наверное, гораздо большего процента пациентов глиобластомы, значит, позитивного эффекта. Ну вот здесь вот я хотел еще сказать про состояние интерфероновой системы. Мы тоже это активно изучаем. Какие, например, клетки глиобластомы могут иметь частично поврежденную интерфероновую систему, а могут полностью убитую. И для этого мы различные тесты применяем, для того, чтобы, вот, например, здесь мы выделили две группы. Клетки со слабым очень интерфероновым сигналингом и клетки с более или менее сохраненным интерфероновым сигналингом. И на этих клетках мы смотрим, какие там компоненты повреждены с помощью панорамного протеома, протеомного анализа. И вот здесь показаны вот различные клетки, и видно перекрывающиеся белки, и видно, что на самом деле интерфероновая система ломается в самых разных местах в этих клетках. Вообще интерфероновая система, она очень много компонентов включает, поэтому можно поломать самые разные компоненты, и, собственно, будет ослаблен интерфероновый ответ. Но разные вирусы по-разному преодолевают вот эти повреждения, и поэтому вот по этим вот признакам мы можем тоже подбирать индивидуальные вирусы для того, чтобы атаковать конкретную опухоль. Вот здесь тоже еще один пример. Это вот группа клеток, где очень сильно нарушена интерфероновая система. Здесь вообще ничего общего нет. Есть отдельное перекрывание между двумя. Между тремя уже нет перекрывания. То есть это говорит о том, что очень индивидуальное нарушение интерфероновой системы в клетках от пациентов. Вот. Ну и то же самое мы делаем на уровне транскриптома. Здесь вот тоже показана такая схема и показаны вот потенциальные биомаркеры для конкретного штамма, который вот сейчас проходит у нас верификацию. Так что мы, вот они, вот эти вот маркеры, так что мы сейчас в процессе того, чтобы вот подобрать какие-то тесты для того, чтобы можно было быстро определять, какой вирус подойдет под конкретного пациента. И, наконец, вот хотел также сказать о системе доставки, которая, ну, вообще-то... То проще, есть одно из узких мест, в общем-то, очень, да? Узкое место, угу. Да. Угу. Потому что вирус очень быстро из кровотока уходит, благодаря тому, что он контактирует с эндотелием, значит, поглощается эндотелием, поглощается макрофагами, поглощается и инактивируется антителами, особенно если уже экспонирован человек на этот вирус был. Так вот, мы используем дендритные клетки. Мы обнаружили, что дендритные клетки способны заражаться разными вирусами и служат очень хорошим носителем, потому что они по градиенту хемокинов стремятся в очаги воспаления, и там, где находятся не только в лимфоузлы, куда они обычно идут, но и в очаги воспаления, где они, собственно, ищут антигены различные. Да? И вот они, если их ввести в кровоток после заражения, они активно заселяют опухоль и выпускают вирус, который размножился по пути следования вот места опухоли. И вот здесь показано, значит, мы проверили различные вирусы, они более-менее с разной, правда, эффективностью заражают дендритные клетки, могут переносить на чувствительные клетки. И поэтому, в общем, сейчас мы активно разрабатываем уже в практическом плане вот этот подход для того, чтобы показать, что он действительно работает на пациентах. Вот здесь на животных мы тоже показали, видно, что если вот ввести, например, просто очищенный вирус, дозу довольно большую, да, то в опухоли практически очень мало очагов. А вот если с дендритными клетками ввести, причем вирус, такая же доза вирусов, но вирус инкубировали в пробирке, а потом отмывали от клеток, потом вводили клетки, ну там 100 раз меньше было вируса уже, и видно, что очень хорошее заселение, и начинается вот, собственно, репликация вируса в опухоли. Вот как мы, собственно, это делаем. Берется 50 мл
крови непаринизированной, после этого выделяется лейкоцитарная фракция, потом отделяются моноциты, потому что они могут прилипать на поверхность пластика в культуре клеток. Значит, все, что не прилипло, удаляется, а вот к моноцитам добавляются факторы созревания, это ГМКСФ и интерлейкин-4, и через 5 суток у нас возникают уже такие незрелые дендритные клетки, которые хорошо заражаются вирусом. Мы его заражаем вирусом, отмываем потом, и внутривенно можно пациенту это ввести, и, собственно, дальше разворачивается уже его действие. Вот я сейчас хотел показать несколько случаев. Мы, собственно, пытаемся сейчас на онкологических больных 4-й стадии, значит, вот эти все подходы проверить и отработать. Дело в том, что мы берем в основном пациентов, от которых полностью отказалась медицина, потому что мы не можем вводить в заблуждение больных и говорить, что вот давайте лечитесь этим, потому что там, не знаю... Это лучше, да, потому что мы не знаем, что это лучше. Мы пытаемся понять, каким образом сделать так, чтобы это было лучше. И это вообще-то бесценный опыт, потому что это как бы фаза ноль клинических испытаний. Потому что мы пока не можем говорить никакой статистики. Мы просто пытаемся выработать такую схему, которая будет наиболее эффективна. Пока субъективно. А потом уже, когда мы нащупаем, что у нас, предположим, есть какие-то эффекты, мы можем сделать дизайн клинического испытания, и когда, собственно, будут для этого условия, мы можем уже выйти уже с каким-то предложением для того, чтобы это клиническое испытание в конечном итоге было успешным. В отношении переносимости вирусной терапии, здесь вот приведено 15 различных форм рака, которые у нас уже прошли. Здесь вот в данном случае итог для 80 пациентов. Вот в основном здесь были 18 случаев молочной железы, это рак толстого кишечника и так далее. Да? Здесь, конечно, не все, что у нас есть, но вот, по крайней мере, то, что мы здесь в таблице. И число примененных вирусов. Один вирус, два вируса, три и более вируса. И здесь также показаны, какие, собственно, нежелательные эффекты, вернее, даже не совсем нежелательные, потому что ожидаемые, потому что обычно это 72% это умеренное кратковременное повышение температуры. Что естественно и хорошо. Воспалительная реакция все-таки. И это показатель того, что, в общем, работает. Причем интересно, что если ввести здоровому человеку, то такого повышения обычно не возникает. И это говорит о том, что все-таки, значит, возможно, мы не можем утверждать, что оно связано с тем, что вирус массивно размножается именно в чувствительных опухолевых клетках. Вот. А в 21% это какие-то легкие ощущения, боли в местах опухолевых, даже не боли, а какие-то вот непонятные. Часто больные говорят, что там вот что-то мы чувствуем. Что там может быть и субъективным. Может быть, вполне. Но обычно больные сосредоточены на своих болячках, поэтому... Может быть, даже это и так. Кстати, многие отмечают довольно быстрое прекращение болей, которые были. Вот. Но никаких серьезных каких-то проявлений, которые бы препятствовали дальнейшему применению вирусов, мы не наблюдали ни разу. Хотя у нас уже там за 300 пациентов прошло таким образом. Вот. И поэтому, в общем, что касается... переносимости, она очень хорошая. И теперь вот некоторые объективные. Ну, например, вот это рак яичника, метастазы брюшину, видно вот здесь на МРТ. Вот один очаг. Вот, значит... А, нет. Вот один очаг, вот другой очаг. Вот третий очаг. Немножечко в разных местах там узлы. Вот. И, значит, здесь вот через два месяца практически видно, что меньше гораздо, а через год, да, с небольшим, вообще ничего нет уже. То есть в данном случае больная имела асцит, это уже было несколько курсов химиотерапии, был рецидив. Ну, собственно, этой больной оставалось недолго жить, потому что на нее уже не действовала химиотерапия. Но она сейчас жива. Вот это данные июля 2018 года, но сейчас вот мы ожидаем ее очередное обследование. В общем, но чувствует она себя очень хорошо. Вот это вот диффузная астроцитома grade 3. Значит, здесь вот была хирургия, но не все удалось удалить, потому что здесь уже была область, которая не поддавалась. Дальше уже неврологические были бы какие-то осложнения.
И вот начали когда лечить, вот 2 месяца, немножечко меньше стало, вот здесь 2 года, уже совсем практически ничего, и вот 3 года, вот недавно, в апреле, да, тоже ничего уже нет, несмотря на это МРТ, на ПЭТ-КТ тоже здесь был сигнал, сейчас на ПЭТ-КТ тоже ничего нет, вот, поэтому вот тут вот все так вот прошло. И вот этот вот недавний случай с глиобластомой, здесь случай такой, что было хирургическое удаление опухоли, а потом радиационная терапия, 4 курса химиотерапии, потом через 10 месяцев возник снова рецидив, и повторное удаление было опухоли. И через 3 месяца снова возник рецидив. И уже как бы, ну, больного практически было отказано в дальнейшем лечении, он уже был на дому. Да? И вот мы начали лечить вот с вирусами, с дендритными клетками. И вот видна динамика. Вот через 1 месяц, видите, вот она начала распадаться. Она вот здесь уже дырки в этой опухоли, да, вот это вот контрастное вещество, вот опухоль, да, а здесь ее нет. А вот здесь еще меньше стало, здесь 2 месяца. Через 3 месяца, нет. Ну, просто ничего нет, да. Вот. Но вот это говорит о том, что мы не знаем, как будет, собственно, дальше, потому что этот больной пока продолжает лечение, может быть, возникнет рецидив. Может быть, но мы надеемся, что, в общем, по крайней мере, тот эффект, который сейчас есть, он говорит о том, что все-таки это работает. Вот. Ну и теперь я просто хотел в заключение сказать, что, в общем, вирусы нам кажутся очень перспективными в качестве таких вот агентов для запуска вот этих процессов иммунных. Это, конечно, надо все хорошо изучать. Ну, параллельно с изучением вообще механизмов противоопухолевого иммунитета, который активно сейчас ведется, особенно под влиянием всех вот этих вот успехов, связанных с ингибитором контрольных точек, когда стало уже понятно, что, в общем-то, в этом направлении возможен какой-то прорыв. И вот нам кажется, что вот вирусы в данном случае, может быть, даже не обязательно природные, а какие-то генно-инженерно модифицированные, могут быть вот таким вот стимулом. Причем я вот не рассказал про то, что один из подходов, который мог бы сочетать вирусную терапию с иммунотерапией, может быть создание рекомбинантного вируса, который несет моноклональные антитела. И у нас сейчас есть такой штамм, значит, антитело одноцепочечное к ПД-1, который вот мы получили, мы вставили его в вирус ОЦП вакцины. Мы еще пока не испытывали, но есть основания думать, что если это будет не системное проникновение вот этого ПД-1, а локальное в опухоли, во-первых, не будет побочных эффектов от самого этого антитела, потому что оно будет действовать локально. Оно будет просто локально модифицировать микроокружение опухоли. И таким образом вся атака будет идти внутри опухоли, и не будет каких-то там побочных эффектов, связанных с обострением аутоиммунных состояний, токсичностью к печени, легкому, что часто наблюдается. Вот. Поэтому мы, в общем-то, полны оптимизма и думаем, что вот это направление надо развивать, и очень рассчитываем на поддержку, в общем-то, медицинского руководство, сообщество, да, что, потому что такого рода подходы, они требуют совершенно других методов ведения, например, клинических испытаний, производства препаратов. Надо сделать так, чтобы эти препараты не были безумно дорогими. Конечно. Потому что, вообще говоря, себестоимость их невысокая, но вообще во всем мире вот такая биотерапия стоит, к сожалению, очень дорого, потому что эти цены взвинчиваются ну, искусственно фармацевтическими компаниями. И вот как сделать так, чтобы все-таки вот этого взвинчивания не было, а было бы, ну, если не себестоимость, но, по крайней мере, близкой к тому. И доступность. Вот, доступность, да. Хотя бы. Потому что вот сейчас то, что мы это делаем в лабораторных условиях, и это стоит очень дешево. Ну, конечно, мы делаем все чисто, мы контролируем все стадии и этапы. Но и когда мы перейдем к GMP производству, это будет, ну, значительно дороже. Потому что, в общем, те стадии проверки, которые предусмотрены, они, конечно, супер строгие. Это очень хорошо, но все-таки, когда больные умирают, и когда это касается только умирающего больного, можно сделать послабление.
и дать препарат, который, ну, например, может быть, даже 1 на 1000 будет какое-то осложнение давать, да? Mm-hmm. Но ведь и химиотерапия дает осложнение не 1 на 1000, а вообще. Конечно. Вот, поэтому вот такой призыв к медицинскому руководству, если это такое возможно, все-таки как-то к этому подходить индивидуально, к этому подходу, и, в общем, немножечко там поспособствовать тому, чтобы это было действительно доступно и быстро. Ну, я желаю успехов вашим исследованиям и желаю вам быть услышанным тем самым медицинским руководством. Спасибо. Это важно для здоровья людей в первую очередь. Да. Спасибо. В нашем постскриптуме я хотела задать простой вопрос. Сколько препаратов онколитических вирусов зарегистрированы FDA? В 2015 была первая ласточка, это на основе, кажется, вируса герпеса, не помню фирму, не помню компанию, но меланома, да? Для лечения меланомы был онколитический вирус, вирусный препарат сделан. С тех пор что-то сдвинулось? Но это было очень важно, это такое знаковое событие. Знаковое событие, потому что это было в Соединенных Штатах. А все ждали отмашки со стороны лидера биоиндустрии. Конечно. До этого был препарат. Все же на них смотрят, на FDA в первую очередь. Да. Но никто не заметил, что до этого был рижский препарат Регвир, который был внедрен, по-моему, в 2009 году, разрешен в Европе, вот, а также в Китае вот аденовирус. Но действительно, вот в 2015 году ТИВЕК — это было некое событие. И я в контакте нахожусь с человеком, который проводит клинические испытания этого препарата. Значит, по его рассказам, этот вирус, конечно, достаточно слабый, потому что он сильно ослаблен за счет того, что, ну, как бы для того, чтобы обеспечить его безопасность. Там, герпес ослабили сильно. Да, и очень сильно ослабленный. Поэтому его приходится вводить по месту, то есть инъецировать прямо в опухоль. И в каких-то случаях это возможно, например, меланома, да? Ну, да. А в каких-то это очень затруднительно. А если его вводить в кровоток, то он очень плохо доходит, и поэтому эффект низкий. Но, тем не менее, в сочетании, особенно с ингибитором контрольных точек, он демонстрирует очень хороший эффект на меланоме. 60% пациентов дают полный ответ. То есть очень, ну, это кратковременная оценка, конечно, но, по крайней мере, ответ довольно высокий для онколитического вируса. Без ингибиторов контрольную точку это 30%. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Треть. Неплохо. И поэтому перспективы есть. Но с тех пор ни один препарат не был еще утвержден. И сейчас, вот буквально 2 недели назад, возникли очень неприятные результаты промежуточных клинических испытаний для вируса оспа-вакцины с тоже фактором ГМКСФ, как и ТИВЕК. Эти клинические испытания были прекращены за неэффективностью. Вот. Хотя до этого предыдущие клинические испытания продемонстрировали очень хороший эффект. И сейчас это несколько охладило интерес фарминдустрии. Вот. Но надо еще разобраться, с чем связаны были эти негативные результаты. Потому что есть основания думать, что, может быть, это, в общем, какая-то ситуация не очень чистая. Вот. Но, тем не менее, вот сейчас все еще ситуация неопределенности. Ну, я закончу тогда на оптимистичной ноте. Правда, прошлогодняя была новость. Холдинг Джонсон и Джонсон, выпускающие всякие санитарные продукты, да, средства по уходу, объявил о готовности приобрести за 1 миллиард долларов компанию, которая производит онколитические вирусы, сообщает Nature News. Это вот мы начали с экономики деньги, и ею заканчиваем. Деньги там крупные, И, в общем, так что неудачи бывают, наверное, при любых испытаниях, но тенденция уже видна. В научном сообществе, в медицинском сообществе, на экспериментальной медицине есть большой оптимизм в этом отношении. Поэтому я уверен, что это будет пробито. В результате это преодолеет все барьеры. Спасибо еще раз.